Важнейшим элементом укрепления обороноспособности страны является проведение комплекса мероприятий по защите населения от оружия массового поражения. Защита населения от воздействия оружия массового поражения осуществляется укрытием в защитных сооружениях, рассредоточением и эвакуацией, выполнением комплекса мероприятий противорадиационной, противохимической и медицинской защиты. Наиболее надежным способом защиты является укрытие людей в убежищах. Земляная обсыпка убежищ защищает укрываемых от светового облучения и проникающей радиации. А высокопрочные перекрытия и ограждающие конструкции, защитные и защитно-герметические двери, взрывозащитные устройства защищают от ударной волны. Фильтровентиляционная система очищает наружный воздух от радиоактивных, отравляющих и бактериальных средств. Убежища оборудуются системами водоснабжения, отопления и канализации. В них устанавливаются автономные источники электроэнергии. Создаются запасы продовольствия и медицинские пункты. На случай завала или повреждения основных выходов предусматриваются аварийные. В мирное время убежище используется для нужд народного хозяйства. Поэтому в угрожаемый период их необходимо быстро подготовить для приема укрываемых. Метрополитен – важнейший вид транспорта и в то же время комплекс защитных сооружений для укрытия населения в крупных промышленных центрах страны. Защита населения широко используются горные выработки, отработанные шахты и другие подземные пространства. Для защиты населения от ионизирующих излучений при радиоактивном заражении местности в подвальных и наземных этажах зданий и сооружений оборудуются противорадиационные укрытия. Эти помещения герметизируются, оборудуются вентиляцией, устанавливаются нары и бачки с питьевой водой. Под противорадиационные укрытия используются овощехранилища, погреба, подвалы и другие заглубленные помещения. Можно подготовить простейшее укрытие, щель, с дальнейшим приспособлением ее под противорадиационное укрытие. При эвакуации и рассредоточении в городах создаются сборные эвакуационные пункты. Вывоз людей организуется автомобильным, водным, железнодорожным и воздушным транспортом.
максимально используется личный автотранспорт. Часть населения выводится пешим порядком. В загородной зоне на конечных пунктах прибытия населения создаются приемные эвакуационные пункты. Здесь организуется регистрация и размещение населения, снабжение его продовольствием и медицинское обслуживание. Противорадиационная и противохимическая защита включает обеспечение населения страны средствами индивидуальной защиты. В целях организованной и быстрой выдачи они максимально приближаются к рабочим местам. На объектах, в жилых районах, ЖЭКах и домоуправлениях создаются пункты выдачи средств индивидуальной защиты. Для самых маленьких предусмотрены камеры защитные детские. Проверка исправности противогазов и их подгонка производится в камере окуривания. Силами населения изготавливаются простейшие средства защиты органов дыхания, противопыльные тканевые маски и ватно-марлевые повязки. Важнейшим элементом противорадиационной и противохимической защиты является выявление и оценка радиационной и химической обстановки. Для этого в очаг поражения направляются средства разведки. По данным разведки, устанавливается порядок действия населения в зонах радиоактивного заражения. Время нахождения населения в защитных сооружениях и продолжительность работы. Снижение воздействия ионизирующих излучений используются радиационные средства защиты. Для ликвидации последствий заражения используется техника, обеззараживающие растворы и подручные средства. Осуществляется контроль степени зараженности оборудования. В процессе работы проводится индивидуальный дозиметрический контроль. Обеззараживаются территория, техника, транспорт и одежда. После выхода людей из зараженного района проводится частичная и полная специальная обработка. Thank you.
Медицинская защита населения включает прогнозирование медицинской обстановки, организацию и ведение разведки. В ходе разведки отбираются пробы воздуха, воды, растительного покрова, почвы. Они подвергаются тщательному анализу. При обнаружении очага бактериологического поражения вводится специальный режим – карантин. Запрещается въезд и выезд. Для предупреждения распространения эпидемий проводятся лечебно-профилактические мероприятия путем массовой вакцинации населения. Обеспечение населения продовольствием и товарами первой необходимости осуществляется через специальные пункты разгрузки. Оказание медицинской помощи пораженным – одно из важных слагаемых защиты населения. При этом широко будут использоваться индивидуальные средства медицинской защиты. Организуется эвакуация пораженных. Для своевременного предупреждения населения о грозящей опасности установлены сигналы оповещения гражданской обороны. Услышав сигнал, каждый должен действовать четко, быстро, без паники. Сигналы оповещения гражданской обороны доводятся до населения по городским и районным радиотрансляционным сетям и телевизионным каналам.